Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу павильон 2,5×4 на брусе. Теплица относительно простая будет. Дверная, цельная дверь, форточка в торце и система подвязки. Пока приехали, разложились и начинаем собирать. Каркас поставили, закрепили поликарбонат на стены. Установили переливы. Сейчас у нас останется покрыть крышу, прокрутить ее, докрутить все стены, обшить форточку с дверью и сделать систему подвязки. И теплица будет готова. Кончился монтаж. Напоминаю, сегодня строили мы теплицу павильон 2,5×4. Цельная дверь в торце. Форточка торцевая с другой стороны. Каркас сделан с профильной трубой 40x40, стойки 40x20. Основная арка, подпирающая 20x20. Покрашена все полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Также имеется у нас система подвязки, две нитки. Все стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью грунтозацепов. Также есть диагональные усилители на каждой стороне. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая симпатичная, а главное очень прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.